Во время наших поездок по Таджикистану нам часто встречаются великолепные гисарские овцы и великолепные же аборигенные собаки, которые честно несут свою повседневную службу по охране вот этих вот замечательных животных. Вот это отара, например, из Джиликуля. Мы как-то ее снимали, но с телефона. Это вот на камеру быстро-быстро с руки. Ну вот овцы здесь тоже отличные. И вот этот пес, вожак стаи. Видите, вот джиликульский великолепный Саги Дахмарда, аборигенный пес. Посмотрите, как он смотрит на нас подозрительно. И тем не менее, без всякой агрессии, потому что следует своим путем. У него есть свое занятие. И он неотрывно просто следит за тем, как чужаки проезжают из стороны в сторону. То есть здесь машины двигаются. Ну, посмотрите, вот так вот должна выглядеть рабочая собака. Ни капли лишнего жира, а мышцы, ясный взгляд. И тут уже без разницы, темная у него маска, не темная у него маска. Самое главное, что это великолепно сложенный пес. И овцы здесь тоже очень высокого качества были. Вот, посмотрите, отара большая. Порядка 2000 овец здесь. И опять-таки, скажем, что не только вот в Гисаре, Шахринаве, в Ригаре отличные гисарские овцы. Вот это отара из Джиликуля. Великолепные овцы. К сожалению, не смогли мы подойти поближе, потому что в силу обстоятельств мы спешили. Но хочется сказать, что Владимир Зокарин, который был с нами вместе, высоко оценил этих овец. Сказал, что явно видно, что очень породистые. И особенно в преддверии священного праздника Идаль-Адха поздравляем всех мусульман с этим праздником. И желаем, чтобы каждый имел возможность вот пожертвовать такого вот барашка. И это уже другая отара. Это отара из района Рудаки, бывший Ленинский. Двигалась она уже в Рамите. Это снимали мы это в мае. Вот. Здесь тоже очень неплохие овцы. Но тем не менее, Удимир Зукарим вот забраковал основное количество кучкаров. Вот, например, идет кучкар. Вроде бы неплохой. Крупный, большой, видите, курдюк какой. Ну вот курдюк немножко раздвоенный, чуть висит. Вот у этого черного тоже шея неправильный выход. Вот опять-таки немножко висячий курдюк. Таких в разведение Владимир Зукарин никогда не пустит. И хозяйство барака тоже. Вот если посмотреть в общем, овцы хорошего качества. Но есть претензии к кучкарам. От хороших кучкаров очень многое зависит. Может быть, не специалист посмотрит и скажет, что лучших этих овец нету. Посмотрите, вот идет черный кучкар, да? Большая голова, большой курдюк, все. Коротковат, говорят. У красного висит курдюк опять-таки. Вот тоже идет, и опять, видите, уровня нету курдюка. Это оценка у этих овец 4. Но никак не 5, не отлично. Вот этот Симуби, Владимир Зукарим похвалил. Вот этот, который был бурый такой. Есть хорошие экземпляры. Опять Гриша Курдюк. Не очень, конечно. Ну, смотрим в целом, по заявлению Владимира Зукарима, овцы очень хорошего качества. Есть претензии. Ну, вот специалисты, не специалисты, сами смотрите. Очень большой баран и курдюк висит. И это нехорошо. Ягнята были хорошие все. Вот опять обратите внимание на курдюк. Видите, свисает курдюк, все, он же нет. Тут с собакой тоже здесь проблемы. Собака эта навязана хозяевами отары Чебану. Это пес
какой-то заводской, привезенный. У него и коровий постав ног там. А это вот обычные работяги, вот они идут. Тот пес крупный, здоровый. Вот чабан сейчас, который с нами. Вот видите, вон он двигается, он вдалеке. Ноги у него неправильно двигаются. И вот спросили мы этого чабана Дахмарда на прекрасном вот рыжем коне. Ну как он доволен? Что? Он говорит, что ну что делать? Вот навязали, ведем его. Время от времени ведем на машине. Ну посмотрим, дойдет в горы. А как там будет дальше, уже неизвестно. И все это вот на фоне вот этих прекрасных гор. Ну как раз вот впереди их ждет отара, где вы видели, где собаки напали на проходящую отару. Я думаю, что столкновение их ждет. Это мы уже просто двигались в обратную сторону, поэтому в этом не участвовали. А это вот гисарские овцы из Вахдатского района. А это уже в самом центре Рамита. Это в центре Рамита. Так называемое селение Рамит само по себе. Районный центр. Вот. И овцы. Овцы очень хорошего качества. Опять-таки скажем, что это разнобой, сборная отара. Но и овцы здесь, и собаки очень хорошего качества. Конечно, претензии можно предъявлять ко всем овцам, которые не являются элитой. Вот, вот, например, с пятном на голове. Это уже ни в разведении никуда не годится. Гисар не может быть ни с пятном сбоку, ни с пятном на ноге, ни с рогами. Вот. С длинной шерстью не может быть гисар. Гисар должен быть идеальным. Это вот Атари Гудимизу Карима. Вот великолепно, посмотрите, какая сука идет. Отличная собака. Ну, видите, здесь все в перемешку, как говорится, смешались и кони, и люди, и машины. Атары двигаются, двигаются. Вперед и вперед. И вот тут же мы видим два великолепных пса Саги Дахмарда. Вот они какие, легкие движения. Посмотрите, видите, рысит он. Вот такое должно быть движение у настоящего аборигенного азиата. Вот белый, вот видите, белые овцы, это абсолютно, то есть это неприемлемо ни в каких случаях. Только это джойдори, видно кровь джойдори, так что это даже не гисарская овца. Поэтому я говорю вам, самое главное в гисароводстве – это понятировка. Это говорит и Ходжими Зукарим, и все другие гисароводы, знающие, ученые. Поэтому самое главное — отбор, жесточайший отбор именно по породным качествам. Тогда будет хорошее поголовье. Вот видите, ягненка продали прямо на месте с отарой. Кто-то купил для себя хозяйство. А вот так вот на лошадях везут скарб. Зеваки смотрят вокруг. А мы смотрим на собак. Вот посмотрите, какой великолепный тоже пес. Красавчик. Вот. Но опять-таки, желаем им всех удачи, успехов. И вернуться всем в здравии. Еще раз всех с праздником Рамазан. И удачи опять-таки всем. А слушаем, что да.